Поселка Потеряевка, возле школы находимся, возле храма. Вот храм, а с этой стороны школа. Вот сегодня у нас 5 августа 2015 года. Подходи, мы посмотрим. Александр, о, вот видишь, уже промазал. О, да. Все, штрафмай. Уже штрафмай. Это не пойдет. Новая штучка. Пропала. Садись, скали, мальчика, садись. Посмотри, как он колет. Ну-ка, покажи. Вот он так. Это же осина, да? Осина. Подальше. Че? Игнатий Иванович, пустите меня хоть на денек сюда. А? На денек хотя бы, пустите меня сюда. Никак. Ну как никак? -то? Никак, пока не закончим там. Ну сегодня-то можно же. Как, а сегодня? Да. Ну сегодня-то, да. Тогда уедет он. До этого еще, может быть, запись потребуется. Засними, вон как. Видишь. Бачка колет-то куда? Школу обеспечивает. Люди ропщут, в школе дров нет. Вот видите как? Никита, отец Аким, вот так. Не промахнись, а то тоже штрафной. Вот так. Я откутерить вам показываю, тоже. Вот смотри, как батюшки. Дрова колят. А куда сдеваться? Получили. Я 3 раза. Володя, он бы за раз расколол. Володя опыт. Конечно. У нас отец одноруки был. Он раньше колол дрова. Так я с одной рукой он колол так, с двумя не поколешь. У батюшки просто сил нет уже, а опыт у него больше еще. Видишь, увестите, мне стоя уже ноги. Значит, 8 за вами подъезжает? Да, с 8 до 9. Поздновато. Ух, это тяжело. Да. Тяжелый же. Он еще на земле, конечно. Отскаки. Нет, не расколоть его. Что? Как это не расколоть? Ну, чем-то напоминает нордические, у них такие делали. Вот так вот. А мне такие не нравятся клоуны. А? Мне такие клоуны не нравятся. Не нравится? Мне он тот железный тоже не нравится. А этот, который тебе по заказу сделал? О, идеально. Хороший. Так а еще родители-то сами не заготавливают. Он лишь промахнул. Долбанул, нужды никакой нет. Еще промахиваешься-то. Вот так. Давай на плотине.